ребята, всем привет. И так еще у моего брата день рождения, то мы решили, я решила сделать ему такой подарок и купить в магазине в Европе все, что он захочет. Вот такие? Так давай еще вон туда пойдем. Там, смотри, сколько там куча конфет. Мы купили нашу тележку. Я, давай его возьмем. Что-то? Вот что-то? Skittles? Бери. Так, надо запомнить, рубль 19. Давай дальше по шоколаду. Шли мы в отдел с булочками. Я не отказалась бы от этого. Короче, булочки мы решили не брать. Шли мы в отдел. Мишка, расскажи про твои впечатления. Привет, привет. Вот, самое главное, короче, у нас полный рюкзак еды. Потом я сделала вам распаковку быстренькую. Так что ждите. Ну что, а сейчас мы покажем распаковку. Да, Миша? Да. Так, что первое? У нас тут много всего. А? Все это нам... Это Мишин любимый крокет с луком, да? Лука постоянно покупает. Мы долго выбирали. У нас был выбор взять обычную, либо с кофе. Мне показалось, что с кофе Миша будет невкусный, потому что его не пьет. И мы решили взять обычную, молочную. Мы взяли два сока. Это один из них со вкусом мультифрукта. 4 батончика Milky Way. Любимые Мишины конфеты. Кроконат. Мишные червячки Бон Пари. Дальше. Барни. Мы на потом все остальное оставим. Барни. Чипсы. Чипсы. Это огромная пачка персы. Дальше. М&М's. И еще один сок. Давайте подписываться и ставить лайки, потому что у моего брата день рождения. И вчера было у папы. Так что нужно в 2 раза больше лайков и подписок. Вы поняли? Я вас тоже поняла. Переходите вниз. Какой-то центр животных, рептилий. Мне больше всего пока что нравится вот эта бородатая агама. Я ее видела в...